Украина никогда не собиралась становиться членом НАТО, особенно после того, как Россия захватила Крым в 2014 году. Это создает невозможную ситуацию. Так что это было да. Но то, что сказал этот парень, было интересно. Позволь мне рассказать тебе, как он сказал, что эта война закончится. Потому что я спросил его. Я спрашивал о Западной Украине. Я спрашивал об Одессе. Я спрашивал о Харькове. Он сказал, что в конечном счете ключевым моментом для Украины является то, что она должна быть политически стабильной и экономически жизнеспособной. Она может быть политически стабильной только в том случае, если она денацифицирована. Этого не может быть, ты не можешь позволить Западной Украине разлагаться. Таким образом, денацификация подразумевает всю Украину. Так что для всех тех людей, которые думают о том, чтобы отделить Западную Украину, опросы должны были привести к ее созданию. Этого не случится. Россия собирается денацифицировать всю Западную Украину. И вот еще что. Означает ли это теперь автоматически, что Россия захватывает Одессу и Киев? Потому что я имею в виду Каркова. Потому что я исходил из предположения, что это не закончится до тех пор, пока в Одессе не появится российский триколор. Забудь об этом. Он сказал, что... Украина, о которой сейчас говорит Россия, потому что, заметьте, Россия довольно долго хранила молчание по вопросу о Карков Азе. И на самом деле Россия говорила о буферных зонах и вещах подобного рода. Но у них есть Кроме того, что я сказал, что Одесса — русский город. Русские не говорят о том, чтобы захватить больше территории или организовать еще один референдум. Почему? Потому что Россия собирается захватить всю лодку целиком. Речь не пойдет о том, чтобы взять машину в Одессе. Россия идет полным ходом. Вся Украина будет захвачена. И тогда произойдет то, что вся Украина, оставшаяся часть Украины, никогда не вернет себе верхнюю часть Кассона. Они не вернут купол БАС. Они не вернут Крым, но они могут сохранить Харьков, Одессу и все остальное. До тех пор, пока. И вот в чем загвоздка. Они становятся частью политико-экономического союза с Украиной, Беларусью и Россией. Совершенно очевидно, что для членства в ЕС нет места. Для всего этого нет никакой свободы действий. Это Украина, Беларусь, Россия как экономический и политический союз. Украина по-прежнему будет суверенным государством, но это будет экономический союз. Что означает? И вот что он сказал. Он сказал, что именно так мы восстанавливаем завод Антонов. Потому что он сказал, что если Украина станет частью ЕС, Украина существует только для того, чтобы обеспечивать дешевую рабочую силу. И стать... Это место, где потребляют западные продукты. Таким образом, Украина всегда будет в долгах и никогда не сможет выкрапкаться из этой ямы, в которой она находится. Но для того, чтобы Украина восстановилась, нужно восстановить всю промышленную базу, которая придавала ей актуальность в советские времена. Но что придавало этой промышленной базе актуальность в советские времена, так это ее связь с российским рынком, с советским рынком. Вот что сделала Беларусь. В Беларуси есть огромная оборонная промышленность, которая сохранилась со времен распада Советского Союза до сегодняшнего дня. У нас есть прямая связь с российской оборонной промышленностью. Грузовики, большие и прибольшие грузовики, которые используются для ракет ТОПа и ЯРС, сделаны в Беларуси. Ты знаешь, здесь есть связь. И это была самая реалистичная оценка, которую я когда-либо слышал о том, как выглядит Украина после этого. И это единственная возможная оценка. Итак, Ллойд Остин, Тони Блинкен, кто угодно из администрации Байдена, они обманывают сами себя. Я имею в виду, что они буквально живут в мире фантазий, и там просто нет никакой связи. И ты знаешь, что Россия будет диктовать исход этого конфликта. И я думаю, что этот диктант состоится скорее раньше, чем позже, учитывая то, что происходит на линии фронта. Я скажу, что одна вещь была очевидна, и она заключалась в том, что Лойд Остин просто лгал. Он был просто не в себе, понимаешь, просто смотрел на него в очереди. Почему? Потому что оба человека и спрашивающие, и вопрошаемые оба знают правду. Что они не рассматривают Украину как страну. Украина – это политический инструмент. Они не воспринимают Украину как страну. Россия воспринимает это как страну. Россия рассматривает украинский народ как народ, как человеческие существа, как братьев, славян и так далее. По отношению к Соединенным Штатам и к этим, знаете ли, не о консерваторам и упырям. Это не что иное, как политический инструмент, который нужно использовать. И когда этот инструмент будет готов, если тебе понадобится отвертка, ты достанешь ее из своего ящика с инструментами. Ты затягиваешь или ослабляешь свои винты. И когда ты закончишь, ты либо отнесешь это в школу, либо выбросишь, потеряешь немного, возможно, это одноразовое изделие. Так что к тому времени Украина станет одноразовой. Ему не нужно вести реалистичный разговор о том, что произойдет с Украиной в долгосрочной перспективе, потому что на самом деле ему все равно. Если это сработает как инструмент ослабления России сейчас, если это сработает как инструмент создания проблем для России, надеюсь, это может стать проблемой для России в долгосрочной перспективе. Значит, они видят в этом не что иное, как политический инструмент. Проблема, как мне кажется, заключается вот в чем. Этот Остин и неоконсерваторы начали с лжи об Украине говорили для того, чтобы они могли использовать ее как политический инструмент. Значит, они могли лгать американскому народу, и американский народ не знал бы об их злых махинациях, верно? И они могли бы сказать, о, мы делаем это ради демократии и так далее. Теперь им приходится лгать, потому что они попали в ловушку, которую сами же и устроили. Теперь они не смогут уйти от тебя. Они не могут из этого выбраться. Европа разваливается на части. Люди, находящиеся там, арестованы. Ты начинаешь понимать Джорджа Гэллоуэя. Ты видел, ты видишь выборы в Словакии. Они начинают видеть выборы выборы, на которых происходят кардинальные политические изменения. Начнем с Европы. Так что теперь вместо того, чтобы лгать, они начали использовать этот политический инструмент, а теперь они попали в ловушку этого политического инструмента и не могут от него избавиться. И они оказались в ловушке со своим другим политическим инструментом, которым является Европа. Значит, у них большие неприятности. И он лжет. Нужно постараться защитить себя, самого себя и попытаться выиграть время. И время, которое они пытаются выиграть, это время до окончания выборов. Они в ужасе от того, что все это рухнет перед выборами. И я думаю, что так оно вероятно и будет. Я не думаю, что русские куда-то спешат. Я не думаю, что русские куда-то торопятся. Что все идет своим чередом. Соединенные Штаты связаны в разных местах. Почему им не нужно спешить? Дай. Я имею в виду, когда ты говоришь, что все идет своим чередом. У нас был Зеленский на CNN. Вот что он хотел сказать совсем недавно. Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет войну, другие государства подвергнутся нападению. Во мне много от Зеленского. Итак, Зеленский бьет тревогу. Они проиграют, если не получат эту помощь. Скотт, может быть, мы сможем вернуть тебя сюда, чтобы поговорить о том, какова динамика в отношении. Не только из-за этой помощи, но и из-за того, что на самом деле происходит сейчас с Украиной. Мы тоже слышим всю эту шумиху о том, что нефтеперерабатывающие заводы прячутся в России, а некоторые из этих других нападений, которые действительно... Может быть, нам стоит отвлечься от того, что происходит с Украиной на этой линии фронта. Ну что же, еще раз я просто хочу повторить, что Украина не выигрывает эту войну, и Украина не может выиграть эту войну. Это война. А Украина, учитывая ресурсы, которые были предоставлены ей НАТО и коллективным Западом, ты знаешь, Украина способна нанести несколько ударов, и они это сделали. Я имею в виду, слава им. Ты знаешь, но... Если бы нам пришлось сравнить ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины, а ущерб энергетической инфраструктуре России наносится днем и ночью. Я имею в виду, что в России никто не хочет, чтобы нефтеперерабатывающий завод был сбит беспилотником и произошел пожар. Но это не нанесет непоправимого ущерба нефтеперерабатывающему заводу. Ты врезаешься в резервуар для хранения, ты врезаешься в перекачивающую трубу, ты разрываешь ее. Ты же знаешь, что произойдет разлив жидкости, и с этим будет связан пожар. Пожар потушен, место разлива ликвидировано, ремонт произведен, и нефтеперерабатывающие заводы снова заработали. Спроси у Каркова, как обстоят дела после того, как на его электростанцию был нанесен удар. Ты знаешь, они говорят, что это продлится еще много лет. Знаешь, добро пожаловать в разницу. Этот... Эта война не идет хорошо для Украины. И нет ничего такого, что могло бы изменить ситуацию. Я имею в виду, что прямо сейчас все говорят о деньгах, которые находятся в заложниках у Конгресса. Ну что же, вот реальность. И Украина наконец-то осознала это. Я думаю, что Кулеба сегодня сделал несколько заявлений, которые, знаете ли... Внутренняя политика сейчас определяет будущее Украины. Эй, чувак, внутренняя политика всегда определяла будущее Украины. Украина ⁇ это инструмент Соединенных Штатов. А внешняя политика... Особенно, когда ты вступаешь в предвыборный период, это всегда связано с внутренней политической реальностью. Я имею в виду, какова половина того, что движет Джо Байденом на Ближнем Востоке в секторе газа прямо сейчас. Посмотри, как обстоят дела у нас дома в преддверии президентских выборов. То же самое происходит и с Украиной. Это, ты знаешь, эти деньги были потрачены на охрану границ. А Майк Джонсон может сидеть здесь и играть в словесные игры с демократами сколько угодно, чтобы успокоить их. Но суть в том, что деньги никуда не уйдут, пока Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Потому что эти деньги держат Джо Байдена в заложниках, заставляет Джо Байдена выглядеть ужасно. По вопросу, который, вероятно, будет стоить ему победы на выборах, а именно по вопросу безопасности границ. И ты знаешь? Так, с чего бы Майку Джонсону, стороннику Трампа, сидеть здесь и говорить, ну что же, Эй, Дональд, я люблю тебя, чувак, но я собираюсь оказать Джо Байдену настоящую поддержку. Я собираюсь пойти дальше и выпустить украинские деньги, израильские деньги, тайваньские деньги без какой-либо привязки, не требуя никаких изменений в безопасности границ. И я собираюсь подорвать ваши президентские выборы. Из этого ничего не выйдет. Итак, Майк Джонсон – штурмовик Трампа. И он собирается держать эти деньги на привязи до тех пор, пока Джо Байден не пойдет на уступки в области безопасности границ, которых хотят республиканцы. И Джо Байден этого не сделает, потому что это означает признание того, что Дональд Трамп с самого начала был прав в вопросе безопасности границ, а Джо Байден ошибался. И поэтому я лично считаю, что нет ни малейшего шанса на то, что Конгресс выделит эти деньги. Не в ближайшее время и определенно, ты знаешь, даже если бы это было выпущено. Давай просто скажем, хорошо, предположим, что это было выпущено сегодня. И что же это будет делать? Ничего, буквально еще 60% продукции запускается в производство здесь, дома, и требуется от 2 до 5 лет, чтобы материал, который мы собираемся производить, сошел с конвейера. Это не предназначено для того, чтобы попасть в Украину. Это предназначено для пополнения нашего собственного арсенала. И я не знаю, сколько раз нам приходится слышать, как люди говорят. Ты знаешь, я слышал, ты знаешь. Кэмерон, министр иностранных дел в Великобритании, сегодня говорит то же самое, что это лучшее. Это самая экономичная вещь, которую когда-либо делала Америка. Я имею в виду, что за небольшую часть нашего оборонного бюджета мы связываем русских. Мы убиваем много русских, и это нам ничего не стоит. Ну что же, это обошлось Украине в 500 погибших. Это стоило Украине десятков миллионов перемещенных лиц. Это обошлось Украине почти в триллион долларов ущерба нанесенного ее инфраструктуре. Но, как заметил Гарланд, Украина это всего лишь инструмент. Нам на них наплевать. Сломай это, выбрось. И это самая отвратительная платформа. Это самая отвратительная позиция, которую может занять человек, особенно если ты называешь себя патриотом. Я имею в виду, что считаю себя американским патриотом. Я не верю, что в Украине происходит что-то, что стоит хотя бы капли американской крови. Но если бы я это сделал, если бы я действительно верил, что там что-то есть, если бы я действительно верил, что доллары налогоплательщиков США должны быть отправлены в Украину, эти доллары налогоплательщиков должны быть прикреплены к американским ботинкам на земле. И что кровь, которая прольется в этой битве, будет американской кровью, если это американская дело если это хорошо для америки тогда американцы должны умереть но мы не хотим чтобы кто-то из американцев погиб и это говорит вам о том что это не имеет никакого отношения к американской безопасности ничего не поделаешь все это политическая игра геополитическая игра потому что в тот момент когда это будет иметь какое-то отношение к безопасности америки там будут наши военные но не сейчас мы не хотим чтобы там были наши военные мы не хотим иметь с этим ничего общего и это говорит вам о серьезности американского подхода тот факт что мы допускаем то что как мы утверждаем имеет для нас экзистенциальное значение Оказаться втянутым в глупый сезон американской политики, президентской политики, быть заложником Конгресса во время всего этого, это означает, что мы несерьезно относимся к Украине. То, что мы снова будем вместе, верно на 100%. Когда Остин лгал сквозь зубы, Украина для нас ничего не значит, буквально ничего для нас. Это игра, в которую мы играем. Мы играем в такую же игру, как и в Афганистане. Это была трагическая игра, длившаяся два десятилетия. Но в конце концов, когда игра стала неудобной, стало скучно, мы больше не хотели этим заниматься и убежали. Точно так же, как мы делали это в Вьетнаме. Сколько раз ты слышал, насколько важен был Вьетнам? Теория домино, коммунизм должен остановить его здесь. Бум-бум-бум. Но когда это стало неудобно, он мгновенно исчез. И что произошло? Ни черта подобного. Точно так же, как это произошло в Афганистане. Неужели наступил конец света? Нет. Позволь мне рассказать тебе, что произойдет, когда мы избежим из Украины. Ни черта подобного. Ничего не произойдет, потому что Россия не намерена вторгаться в Европу и двигаться дальше. Больше драки не будет. Россия твердо намерена создать политический и экономический союз с Беларусью, Украиной и Россией и покончить с этим. Я скажу тебе две вещи, всего две вещи. Во-первых, знаешь, давай представим, что мы втроем находимся на необитаемом острове. Мы все умираем с голоду. И я полез в свою сумку и сказал, ребята, хорошие новости. Что? У меня есть миллион долларов. Я дам каждому из вас, ребята, по 333, так что мы все сидим здесь с тремя сотнями тридцатью тремя. Знаете, что мы собираемся сделать? Мы начнем умирать с 333 долларов с минусом на каждого, потому что на этом необитаемом острове нечего купить. Так что давай просто скажем, что они говорят. Знаешь, 100 миллиардов недостаточно. Давай дадим им триллион долларов. Давай дадим 10 триллионов долларов. Вот твои 10 триллионов. Мне очень жаль. Здесь нечего покупать. Подумай об этом. Если бы в США были все эти патроны, если бы все эти патроны были доступны в Европе, как ты думаешь, стали бы они ждать денег? Они бы отдали их им прямо сейчас. У них бы они уже были. Если все деньги поступят, они не смогут, они могут дать Украине деньги. Теперь, когда они могут это делать, они могут отмыть немного денег в Локхит Мартин и Нортроп Грамман. Они могут отправить немного денег олигархам. И они, я думаю, купят еще немного криптовалюты. Для чего бы, черт возьми, они это не делали. Они придумают какой-нибудь способ отмыть эти деньги. Но необходимого им оборудования нет в наличии. Вот почему они звонят в Саудовскую Аравию. Прямо сейчас они звонят по всему миру в поисках этого. И если бы они нашли это, то забрали бы и отправили туда. Так что в некотором смысле я мог бы привести аргумент, что есть люди, которые работают в администрации Байдена и думают про себя. Что нам будет Лучше, если мы не получим денег. Во-первых, если мы получим деньги, все скажут, теперь у тебя есть деньги. Хорошо, купи им все необходимое и отправим это. И они собираются уйти. Ну что же, да, мы осматриваемся по сторонам. Мы пытаемся найти, но мы, как и они, все еще остаемся, так что это показывает, что промышленному потенциалу Запада в области производства военной техники пришел конец. Если они получат деньги и ничего не смогут купить, то, во-первых, во-вторых, они все равно проиграют. Если они не получат деньги, то могут сказать, мы бы выиграли, если бы они только дали нам деньги. Но если они получат деньги, то у них их не будет. Так что я думаю, что отсутствие у них денег дает им оправдание, потому что они знают, что черт возьми проиграют. И они могут просто сказать, о, если бы только у нас были деньги. Во всем виноваты республиканцы. Это не сработает, но у них, по крайней мере, будет это. Я думаю, самое худшее, что может с ними случиться, это получить деньги, и тогда они окажутся беззащитными от начала до конца. Просто подумай об этом, как все плохо. Держи. Ты хочешь 60, вот тебе 80 миллиардов долларов. Месяц спустя все линии на Украине рушатся. И русские захватывают линии, и все, и вообще ничего не меняется. Давай предположим, что русские продолжают делать то, что они делают. Ничего не меняется, или линии разграничения рушатся. И все такие. Ну, ты сказал, что если у тебя будет 60 миллиардов долларов, ты сможешь все исправить. У тебя есть 60 миллиардов долларов. Теперь они попадут в ад за то, что проиграли и растратили в пустую 60 миллиардов долларов. Я не думаю, что им нужны деньги в каком-то смысле, Скотт, Дэнни. Да-да. И как вы оба говорили, я имею в виду ложь сквозь зубы. Даже просто этот клип с Ллойдом Остином перед Конгрессом. Все участники там говорили так, словно они просто читали сценарий, пока их не спросили о базах ЦРУ. А потом это было, нет, мы не можем. Ты что-нибудь заметил? На моем лице начала появляться улыбка. Еще кое-что по-быстрому. Томми Тюбервиль сказал, может ли Украина победить? И он сказал, да, да, я думаю, они могут добиться успеха. Он изменил это, когда она успешно, и тогда они смогут переопределить, что именно. Так что же такое успех? Возможно, в живых остался один человек. Окей, это и есть успех. Да, не все умерли. Они добились успеха. Да. И может быть, Скотт сможет пригласить тебя и поговорить. Ты знаешь, были эти таинственные нападения на атомную электростанцию в Заподги. Я думаю, мы знаем, кто атакует электростанцию. Есть еще? Ты знаешь, отчеты, и я заметил это когда. Особенно после Авдеевки, было много разговоров о том, как, как ты сказал, Гарланд, определить, что такое успех. Ну что же, успех в том, что Украина еще не полностью разрушена. И много внимания уделяется тому, как много теряет Россия. Я думаю, что за последние пару дней британская разведка сообщила, что ежедневно гибнет около тысячи российских солдат. Итак, Скотт, я хочу вернуть тебя сюда. Просто. Не могли бы вы прокомментировать, какие выводы вы сделали из как, особенно из западной разведки? Ты упомянул, что Дэвид Кэмерон буквально разговаривал с Дональдом Трампом, пытаясь заставить его изменить свою позицию. Я имею в виду, что многое из этого кажется отчаянным, но в то же время это преподносится как нечто вроде Я не знаю, может быть это пиар ход для того, чтобы конфликт выглядел лучше, или чтобы казалось, что он идет лучше, чем есть на самом деле. Ну что же, Майк сформулировал это так. Сегодня в России самый низкий уровень потерь с тех пор, как началась эта война. Прямо сейчас они в подавляющем большинстве доминируют на линии фронта. Ты буквально достиг той точки, когда шансы уже не равны 10 к 1. Мы говорим о соотношении 20 к 1, 30 к 1, 40 к 1. Таким образом, на каждого погибшего русского приходится 20, 30, 40 погибших украинцев. Это просто совершенно выбивает меня из колеи. Русские с каждым днем наращивают военную мощь. Огромное количество войск и техники. Ты же знаешь, британская разведка с самого начала прежде всего хотела, чтобы мы поняли это. Если это действительно хорошее разведанное, ты не разглашаешь ее широкой публике. Ты знаешь тот факт, что британская разведка, во-первых, обычно говоря, почему разведка участвует в пиаре? Это игра? Это не их работа. Их работа заключается в информировании лиц, принимающих решения. Хорошо и так, все должно работать так, чтобы британская разведка информировала лиц, принимающих решения клиентов. Тогда клиенты сидят там и воспринимают эту информацию, и клиент выходит вперед и начинает говорить, знаешь, ну что же, мы считаем, что русские несут очень большие потери. Да, 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 да. Но когда британская разведка выходит на связь, вы автоматически понимаете, что они участвуют в информационной войне. Их работа заключается в том, чтобы обращаться. Но кого же они крутят? Я имею в виду, я бы предположил, что российское верховное командование имеет хорошее представление о том, каковы их цифры потерь и сколько людей они теряют на поясе. И мне нужна британская разведка, чтобы знать, что они делают. Путину не нужно слышать это от британцев и говорить, что русский народ, конечно же, ей не верит. Так, на кого же производит впечатление британская разведка? Это западная аудитория. С какой целью? России больше нет никакого дела до Запада. Ничего. Им все равно, что мы думаем. Им все равно, что мы едим. Им все равно, как мы одеваемся. Им все равно, как мы пахнем. Им просто все равно. Я имею в виду, что они хотели бы дружить с нами, но они не просыпаются утром и не говорят, Боже, что это такое? Что Запад думает о нас сегодня? Я имею в виду, можешь ли ты представить, что завтра кто-нибудь проснется во Владивостоке и спросит, что говорит британская разведка о том, сколько жертв мы понесли сегодня. Им все равно, потому что это не имеет значения. Так что я не знаю, знаешь, я думаю, что иногда мы на Западе попадаем в ловушку нашей собственной пропаганды, информационной войны, которую мы ведем против самих себя. А потом это приводит к дискуссиям, разговорам о том, ну, вы знаете, если Россия, ну, вы знаете, направляет диалог совершенно нереалистичным образом. Тот, который позволяет Ллойду Остину говорить глупости, как он это делал в Сенате Соединенных Штатов. Поскольку подавляющее большинство американцев слушает Гоинг, когда он уходит, что же, мы верим, что есть надежда на то, что они смогут это сделать. Они уходят, да, потому что русские теряют по тысяче человек в день, и поэтому Луис Остин прав, чувак. Тысяча парней в день. И они слушают других людей. Русские потеряли половину своих танков. У них, знаешь, ли не осталось танков и всего такого прочего. У России сейчас больше танков, и она должна знать, что с ними делать. Они оснащают не только силы, участвующие в специальной военной операции но и проводят масштабное перевооружение, как вы знаете, в других местах. Спроси Финляндию, каково это, иметь Санкт-Петербургский военный округ с 70 российскими военнослужащими. Сейчас мы формируемся напротив Финляндии. Ну что же, мы вступили в НАТО, и теперь чувствуем себя менее защищенными. Я взломал код. Ты знаешь, так что знаешь, я устаю от этого. Я имею в виду, я захожу на X, я захожу на Telegram. Я читаю все вестерны, ты же знаешь спинмейстеры. И это просто становится совершенно неуместным. Это так далеко от реальности, что это действительно так, и что же тогда ты должен делать? Вступай с ними в контакт. Ты знаешь, как бороться с глупостью? Я имею в виду, что когда люди купились на ложь, одно дело попытаться поговорить с кем-то, кто готов слушать и учиться, у меня есть факты, которые я могу изложить, потому что я могу слушать и учиться. Но когда ты общаешься с этими людьми, у них не будет ничего, что могло бы подтвердить их слова. И вот ты знаешь, помолвка развивается в другом направлении. Это просто контрпродуктивно и ни к чему не приводит. Так что я перестал обращать внимание на то, что говорит Запад, потому что это просто не имеет значения. Вот чему я научился давным-давно, когда меня учил этому Рэй Макговерн. Мы все знаем Рэя Гудмана, бывшего аналитика ЦРУ, докладчика президента Соединенных Штатов. И Рэй верит в то же самое. Что и я во времена Советского Союза. Ты знаешь, что Рэй работал в организации под названием Сова, занимающейся советским анализом. Я действительно думаю, что Рэй появился раньше совы. Вот сколько ему лет. Но он сказал, знаешь, у нас была целая группа парней, чья работа заключалась в том, чтобы читать чайные листья, потягивать чай, бросать его на стол, читать и смотреть, что происходит в Кремле. Знаешь, ты берешь фотографию людей из Кремля и спрашиваешь, кто стоит рядом с Брежневым. О, в прошлом году у него было пять удалений, но в этом году у него уже 3. Это означает то-то и то-то. А Макговерн такой. Почему? Почему бы тебе просто не почитать советскую прессу? У них была такая штука, которая называлась Информационная служба иностранного вещания в БИС, который каждый день публиковал толстую. Подборка переведенных газет, радио и телепередач все это доступно широкой публике. Все это находится в открытом доступе. И когда ты читаешь это, ты можешь сделать это сегодня. Потому что ты читаешь это сегодня и уходишь. Здесь не было никакого вращения, там не было никакого быка. Нет, теперь следи за тем, что я говорю. Никакого бы не было. Знаешь, здесь не было никакой лжи. Они говорили правду. Просто у нас никогда не было времени научиться слушать. Мы просто предположили, что все, что они говорили, было ложью. Сегодняшняя Россия организована таким же образом, с той же философией, что и Советский Союз. Когда вы заставляете русских выступить с отчетом, это должно быть правдиво. Это факт. Это не значит, что они никогда не вращаются. Конечно же, они вращаются. Все крутятся, но они искажают факты. Они не сочиняют фантастику. И в этом вся разница. И вот ты знаешь, все, что нам нужно сделать, это прислушаться к русским. Они скажут нам, что работает, а что нет. Ты знаешь, я... Просто это гораздо более точный способ оценить происходящее, чем... Это фантастический мир, созданный Западом. Да. Ты знаешь, некоторое время назад я подключился к этому каналу. Я общался по сети с человеком, который был моим бывшим. Этот человек был я забыл, у какого президента она была советником. Но она была одним из этих, ну, знаете, советников по разведке С. Как это у них называется? За это отвечает Аврил Хейнс. Но ты же знаешь, что разведывательный круг находится непосредственно вокруг президента. И в этот момент я понял, что с этими людьми что-то очень сильно не так. Потому что они задали мне вопрос, и я ответил. И когда они спросили ее об этом, она как будто запыхалась. Когда они сказали, ну что же, Владимир Путин сказал то-то и то-то. И она была такой. Я имею в виду, что буквально нельзя верить ничему из того, что он говорит. Все, что он говорит, ложь. И она все это делает. Как будто продолжает говорить, что Путин лжец и бла-бла-бла, демон. И я подумал про себя. Знаешь, прежде всего, тебе нужно успокоиться, отдышаться и выпить воды или еще чего-нибудь, прежде чем ты задохнешься насмерть. А во-вторых, как ты можешь оценивать вещи рационально. Если ты начнешь в... Знаешь, по сути, это означает, что противник лжец. Все, что он говорит, неправда. Ты не можешь верить ничему из того, что он говорит. А это значит вот что. А это значит, что мы должны придумать сценарий. Мы должны сказать, что это то, что сказал Владимир Путин. Запомни, такой вещи, как Россия, не существует. Есть только Владимир Путин. Мы должны, мы должны придумать человека. Это Мадура, это Асад. О, ты сторонник Асада, любитель Асада. Это знаешь ли Путин, это что угодно, верно? Если ты придумываешь человека, чтобы демонизировать его, то страны больше не существует. Никакой России нет. С этими людьми просто Путин. Но я и ты знаешь, я почти ничего не говорил. Я сказал то, что должен был сказать. Но я понял, что эти люди придумывают свое повествование. А если появятся факты, которые, возможно, удастся как-то опровергнуть? Это часть их повествования. Они просто опровергают факты. Для них важно, чтобы у них было повествование, которого они придерживаются. И они продолжают продвигать повествование. И в конце концов повествование разваливается само по себе. Но проблема вот в чем. Есть одна вещь, когда повествование разваливается на части, и речь идет о Кубе или Сирии, что ужасно для сирийского народа. Погибло много людей и так далее. Совсем другое дело, когда речь идет о Китае и России. Потому что, знаете ли, если вы начнете возиться на российской границе, русские будут защищать свою границу, и они хотят защитить ее с помощью повествования. Они собираются защищать его с помощью артиллерии и гиперзвуковых ракет. А нарративы не очень-то хорошо справляются с артиллерией и гиперзвуковыми ракетами. И именно это выясняют украинцы. Я помню, как некоторое время назад, знаешь, я как бы пошутил, основываясь на другом старом русском анекдоте. Но по сути то, что я сказал, было так вы знаете, там была группа, там была группа, там была пара украинских солдат. Они, знаешь ли, на линии соприкосновения, падают ракеты, бомбы, все что угодно, артиллерия стреляет повсюду, и они вызвали штаб-квартиру. И добавил, что нам нужна подмога. Ты можешь вытащить нас отсюда. Эвакуация, что угодно. Из штаб-квартиры перезвонили и сказали, что же, плохая новость в том, что у нас нет подкрепления. Мы не можем эвакуироваться оттуда. Ты обречен. Хорошая новость в том, что мы выигрываем информационную войну в Твиттере. Вот и все. Вот что у них есть. Они выигрывают информационную войну в Твиттере. Это именно то, что они пытаются сделать. И они добиваются успеха в том, что делают. Но в какой-то момент артиллерия вроде как побеждает. Ну знаешь, эффектный твит от какого-то парня с гребаной собакой в качестве его. Ты знаешь, это его фотография в профиле. Это Шиба Да, точно. Я сделаю артиллерийский зал пошиба и ну в любой день недели. Да, и ты знаешь, но даже повествование тоже рушится. Я имею в виду, что даже сегодня я считаю, что именно Специальный следственный комитет России объявил о начале расследования в отношении. То, что кажется нескончаемым скандалом, это скандал с Хантером Байденом из Барисма. Но они начинают уголовное расследование в отношении возможности или вероятности того, что... Хотя мы не знаем, связано ли это с конкретным нападением на Крокус-Сити Холл. Они говорят, что Барисма... Он был вовлечен в финансирование терроризма внутри России. Скотт, что ты думаешь об этом в свете того, что, как ты сказал, это похоже на постоянную повествовательную войну, которая настолько оторвана от реальности? Как, каким ты видишь это развитие событий? И может быть ты мог бы поместить это в контекст более масштабного поиска виновных в этих теракты, которые происходят в России в последнее время, атака на Крокус? Ну что же, во-первых, я еще раз повторю то, что говорил с самого начала. Дело в том, что русские, хотя и вполне способны крутиться, вполне способны подчеркивать определенные факты и преуменьшать значение других фактов. Очень редко. И я бы сказал, что не могу сказать, что мне что-то известно о новейшей истории. Они очень редко выдумывают факты. И поэтому, когда у тебя есть... Этот следственный орган выходит и заявляет, что они обнаружили связь между Борисма, которая является энергетическим холдингом в Украине. И... Ты знаешь нападение на Крокус Сити Холл, здесь есть какая-то связь. Теперь это звено может быть хрупким, а может быть и прочным, как скала. Я не могу сказать наверняка, основываясь на этом утверждении. Но я убежден в этом, основываясь на том, что, как ты знаешь, я много лет наблюдал за российской прессой, Здесь есть какая-то связь. Они нашли связь. А теперь сделаем следующий шаг и скажем, что это означает, что Хантер Байден и Джо Байден были. Вовлечены, я говорю, нет. Это своего рода предположение, которое можно сделать, основываясь на прошлых связях. Но русские не говорили, что Хантер Байден и президент Байден были вовлечены в это дело. Это как бы подразумевалось из-за возможности подключения Барисма. С Байденом в прошлом и его связью сейчас. И у них получилось. Вот тут-то Россия играет в своего рода интеллектуальную игру. Где они разрешают? Можно высказать предположение, что в противном случае, как правило, его просто закрыли бы. Потому что, если только мир действительно не сошел с ума, я не думаю, что Хантер Байден принимал участие в планировании Крокус-Сити Холла. И я не думаю, что Джо Байден тоже был таким. Я думаю, что на данном этапе они оба разорвали свои связи с Борисмо и знаете ли, предпочли бы никогда больше об этом не слышать. Но как энергетическая холдинговая компания, ты знаешь, что Борисмо — это то место в Украине, куда можно обратиться, чтобы отмыть деньги, и поэтому это делает. Это имеет смысл только в том случае, если вы являетесь украинской разведывательной службой или службой внешней разведки, которая использует это для отмывания денег. Вот механизм, позволяющий очистить финансирование со счета Крокус Сити Холла. Так что, можно было бы подумать, что Борисма была бы умнее, но опять же, это показывает, что русские очень хороши в том, что они делают. Результаты судебной экспертизы очень хороши. В этом регионе мира трудно перевести деньги так, чтобы Россия об этом не узнала потому что их разведывательные службы подключены к делу. Ты же знаешь. В необычайной степени. Я думаю, что у русских есть эта информация. Я думаю. Эта информация, может быть... Это немного неубедительно. Возможно, она еще не полностью развита. Но я верю, что у них есть что-то, что говорит. Это позволяет следователю перейти к нападкам. Это Борисма. И это не фантастическая линия. Это настоящее соединение точек и так далее. Я просто не знаю, насколько прочной может быть эта линия прямо сейчас. Или если это как-то, ну, знаешь, отрывочно, отрывочно, отрывочно. Но между нападавшими и Борисма есть связь, и я уверен в этом. И я также уверен, что русские, когда они говорят, что за этим стояли украинские спецслужбы, а теперь они пошли еще дальше, и что за этим также стоит рука Запада. Я верю в это на 100%, потому что украинские службы не могут провести такого рода операции без помощи, руководства и указаний со стороны западной разведки. Ты знаешь, я тоже в это верю. Я думаю, что Южная Африка открыла банку с червями, и вот что я имею в виду. Я думаю, что США всегда говорят о том, что у нас есть нормы и международное право. Они обвиняют других людей в нарушении международного права и так далее. Итак, Южная Африка пошла и сказала, «О, ну что же, отлично. Ну что же, мы пойдем, ну знаешь, обратимся в суд. И тебе так сильно понравится международное право. Давай посмотрим, как тебе понравится, когда на это, ну ты понимаешь, обращают внимание, что ты, возможно, нарушаешь закон». Хорошо, вот к чему я клоню. Я думаю, придет время, когда русские, когда они доберутся. Ну, вы знаете, они могут подождать до окончания специальной военной операции. Я не знаю, как они рассчитывают на это время. Но я думаю, что они собираются. Люди, которые это сделали, которые спонсировали это, будут очень, очень сожалеть. Потому что то, что они сделали сейчас, это то, что они направили русских на поиски того, куда уходят все грязные деньги в Украине. А где эти деньги связаны и как? С кем и как они могут их связать? Я подозреваю, что придет время, когда русские сами обратятся в международный суд и скажут, хорошо, украинцы были вовлечены в терроризм. Россия была вовлечена в терроризм в нарушение. Я имею в виду, извините меня, США Макрона, кого бы они там ни обвиняли. Это нарушение международного права и ООН. Ты же знаешь, соглашения и так далее и тому подобное. И вот наши доказательства. Не пойми меня неправильно. США и другие страны могут сказать, ну что же, мы не собираемся соблюдать ничего из этого. Но когда русские изложат это в международном суде и скажут, что они были причастны к терроризму, и вот доказательства, вот кто это сделал, вот откуда взялись деньги, вот что мы отследили. Мы разговорили этого человека, и он выложил доказательства. Это будет крайне неловко для Запада и поставит их в трудное положение. Так что я думаю, что долгосрочный план русских состоит в том, чтобы собрать действительно веские доказательства и разоблачить их. И я бы предположил, что возможно стоит обратиться в Международный суд и подать иск против Соединенных Штатов и кого бы то ни было, возможно Великобритании, кто бы это ни сделал. И заставь их либо прийти и ответить за себя, либо просто проигнорировать это и сказать. Мы не собираемся в это вмешиваться. И просто, наконец, раз и навсегда, скажи, что мы придерживаемся международного порядка, основанного на правилах. И мы собираемся игнорировать международное право. Так что я думаю, что именно это и произойдет в долгосрочной перспективе. И это будет ужасно для вовлеченных сторон. И я добавлю вот это. И я не думаю, что русские, теперь, когда они начали идти по этому пути поиска, чтобы узнать, где находятся все грязные деньги, я не думаю, что они собираются останавливаться. Я думаю, что как только они пойдут по этому пути, они найдут все, что смогут. И будет интересно посмотреть что они найдут. Да-да. И, возможно, мы сможем закрыть вопрос об Украине. Учитывая события вокруг НАТО. Ты же знаешь... Ллой Тостин довольно ясно дал это понять в своем вавилонском столпотворении. Именно Путин был причиной расширения НАТО. Но в то же время у тебя есть... Все эти попытки кажутся. И мне любопытно, Скотт, по твоей оценке, похоже, что существует много опасений по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах и того, что это изменит расчеты политики США. На Украине. Мы также говорили, например, о том, что Эммануэль Макрон и Франция как бы приходят и говорят, что нам нужно отправить туда войска. И это своего рода аргумент, который был, по крайней мере, на данный момент, в некотором роде замалчиваем, но все же, несмотря на все эти разговоры о членстве Украины, Путин является причиной расширения НАТО. И yeah. у тебя тоже есть такая паника из-за Дональда Трампа. Скотт это что-нибудь значит? Или это просто своего рода отвлекающий маневр, когда они пытаются выиграть время? Соединенные Штаты и НАТО пытаются выиграть время в этом конфликте. Ты знаешь, когда я разговаривал с послом России в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым, у него было слово, которое он любил использовать постоянно. Это одно из его любимых слов, и он хотел бы, чтобы оно существовало. Это называется предсказуемостью. Ему нравится это слово, потому что при наличии предсказуемости тебе не нужно, чтобы все шло по-твоему. Потому что его работа как дипломата заключается в формулировании вариантов политики. На чем основаны варианты политики? Это нечто предсказуемое. Потому что если у вас есть стабильность, которая обеспечивает предсказуемость, то ваша политика по мере разработки действительно может их решать. Ты знаешь старую поговорку, ты не сможешь решить проблему, если не определишь ее точно. Единственное, что можно сказать об администрации Байдена, любите вы их или ненавидите, они предсказуемы. В России заложен определенный элемент предсказуемости, который позволяет это делать. Например, администрация Байдена настолько предсказуема в отношении Украины, что Россия смогла придерживаться особого политического подхода по отношению к Украине в ходе этого конфликта. Они не прыгают повсюду, понимаешь, не меняются по мере того, как дует ветер. Трамп, я имею в виду, что есть много людей, которые говорят, он что же, Трамп собирается вывести НАТО. Нет, это не так. Нет, это не так. Во-первых, он не имеет права делать этот звонок. Это международный договор. Конгресс должен быть. Вместе с этим, президент может дать рекомендацию, но если Сенат не согласится с ней, мы не выйдем из этого договора. И прямо сейчас в Конгрессе очень популярно оставаться в НАТО. Знаешь, посмотри на Трампа. Он начал с того, что в прошлый раз жестко высказался против НАТО, и он отправился в НАТО. И следующее, что мы узнаем, это то, что он говорит. Я сделал НАТО сильнее, чем когда-либо прежде. Я имею в виду, который из них это Дональд. Является ли НАТО пережитком холодной войны, которая больше не имеет значения? Или ты просто сделал его сильнее? Это в некотором роде непредсказуемо. И вот теперь, когда вы, русские, уходите, Трамп собирается войти. Что он собирается делать? Прежде всего мысль о том, что Дональд Трамп собирается поднять трубку телефона, позвонить Путину и спасти мир. Абсурдно, потому что что он собирается предложить Путину? Я имею в виду, что некоторые люди высказывают предположение о мирном плане Дональда Трампа в Украине. И они выложили дурацкую карту, на которой изображена демилитаризованная зона, а также Карков, Суми и вся эта территория вдоль российской границы. Но потом на экране появляется надпись «Остальная Украина», а затем он опускается и показывает Одессу. И я такой, я могу гарантировать тебе, что Россия никогда бы не допустила создания демилитаризованной зоны, которая не включала бы Одессу. Это глупость. Но что же теперь происходит? Трамп кладет это на стол, а русские смотрят на это и говорят, «Нет, этого не произойдет, босс». «Нет». Он собирается уходить. О, хорошо. Позволь мне быть разумным здесь. Ты знаешь, как нам это сделать? Или он собирается сказать, нет, 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 я Дональд Трамп. Я рассказал тебе, в чем заключается мой план. Я великий человек. Знаешь, ты уволен, и следующее, что ты узнаешь, это то, что он собирается перейти к теме, мне нужно сделать НАТО самым сильным альянсом в мире. Мы должны противостоять российской угрозе. Подожди минутку, это просто непредсказуемость. Поэтому я думаю, что Дональд Трамп ⁇ это худшее в мире, что может случиться с американской внешней политикой. С точки зрения предсказуемости, это очень опасная вещь. Так вот, иногда непредсказуемость ⁇ это хорошо. Давайте возьмем то, что сделал Дональд Трамп в своем подходе к Северной Корее и ее ядерному оружию. Ты знаешь, он освободился от этого и довел дело до конца. Если бы ему дали шанс довести дело до конца, возможно, было бы что-то. Но его предали Джон Болтон, Майк Помпео и другие. Так что, если Трамп войдет? И вместо того, чтобы пытаться требовать чего-то только от России, это решение проблемы. Я собираюсь, я собираюсь решить эту проблему. Я собираюсь потребовать этого от России. Бум! Вместо этого, если бы он приехал в Россию и сказал, эй, чего ты хочешь? И тогда, ладно, если я дам тебе это, если мы сделаем это, ты захочешь признание Крыма, ты захочешь признание их, ты не хочешь, чтобы Украина не входила в НАТО и все такое прочее. Что я получу? Что я должен сделать, чтобы выйти и начать действовать? Потому что именно таким был его подход к Северной Корее. Ты хочешь отмены санкций, ты хочешь инвестиций, ты хочешь нормализации экономики. Что я получу? Денуклеаризация. И вот тут-то и должна была состояться услуга за услугу. Я думаю, что сейчас это не обсуждается. Но ты же знаешь, было время, когда это лежало на столе, и северокорейцы серьезно относились к тому, чтобы поставить это на стол. Я думаю, что если бы Трамп подошел к России с подлинным пониманием российской точки зрения и того, что нужно России, а чего он хотел от России, чтобы это была настоящая торговля лошадьми? И он был готов придерживаться этой предсказуемости, предложить что-то такое, что не будет меняться каждый раз, когда подует ветер, предсказуемость. Тогда Россия могла бы справиться с этим. Но Трамп на это не способен. Он просто разбросан по всей карте. Он весь во мне. У него гигантское эго. И в тот момент, когда он выдвигает политическую директиву, которая подвергается сомнению, его отталкивают назад. Он должен подойти и с огнем и яростью ударить по столу. Мы собираемся сбросить на тебя ядерную бомбу. Ты же знаешь, что не можешь пойти против Америки. И я не думаю, что Трамп что-то решает. Я знаю, что НАТО боится этого. Но позволь мне также сказать вот что. Когда дело доходит до Украины, я думаю, что украинский кризис будет разрешен. Если Дональд Трамп победит на выборах, он будет разрешен до выборов. И это определенно будет решено до того, как он принесет присягу в качестве президента. Что касается Украины, когда речь заходит о Дональде Трампе, я не думаю, что это имеет значение. Я думаю, что это проблема, которая будет решена задолго до того, как Трамп когда-либо вступит в должность президента. Снова перед его именем. Да, я согласен, я согласен со Скотом. Я думаю, что русские на правильном пути. Ты знаешь, когда что-то случается, я не знаю, как долго это продлится, но я думаю, что прошло не так уж много времени. Конечно, мы говорили об этом прошлым летом, но сейчас все совсем по-другому. У них закончились боеприпасы в Украине. Так что знаешь, мне тяжело говорить, что это все закончится летом. Как только падет еще пара таких крупных городов, все это разлетится на куски. Но я думаю, что в какой-то степени, и я собираюсь сказать вот что. Если бы я был на месте русских, я бы не торопился. Оставайся с Китаем. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я бы не стал торопиться по этой причине. По иронии судьбы, именно это, сам план неконсерваторов в отношении Украины, это то, что им аукается. Запомни, предполагалось, что это ослабит Россию. Предполагалось, что это свяжет Россию. Помнишь, они говорили, что как и в Афганистане, они будут привязаны там навсегда. Их люди разозлятся и набросятся на них. О, это будет ужасно. Все эти вещи происходят здесь, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, Соединенные Штаты Америки, не консерваторы теперь связаны там по рукам и ногам. Их люди теперь злятся на них за все потраченные деньги. Итак, с одной стороны, конечно, с Россией вы не хотите. Вы знаете, никто не хочет участвовать в войне. Никто не хочет терять людей. Но с течением времени это становится гораздо более пагубным для США в долгосрочной перспективе. Кроме того, ты знаешь, что это очень дорого обходится США. И русские, и китайцы воспользовались возможностью этого конкретного конфликта, чтобы... И я собираюсь сказать, использую это. Я не имею в виду это в негативном смысле. Я имею в виду конструктивно использовать это для просвещения людей глобального Юга, чтобы сказать, посмотрите на этих людей, посмотрите, кто они такие. И я думаю, что глобальный Юг в результате этого конфликта в основном в Газе мы собираемся заняться этим. Но мы действительно мигрировали в Россию и Китай по целому ряду причин. Так что чем дольше это продолжается, тем сильнее становятся Россия и Китай. Это укрепляет их отношения с глобальным югом. И это дает им время строить свою экономику, созидать, отрываться. Это дает им время оторваться, поработать над тем, чтобы как можно больше оторваться от экономики США и перенаправить свои. Эти вещи, их товары и поделки, которые они продают в другие части света. Так что знаешь, на самом деле, если я русский, то я совсем не тороплюсь. Я не тороплюсь. Это причиняет тебе гораздо большую боль, чем мне. Я выигрываю. Я просто продолжаю следовать этой штуке, как мы говорим на лодках, сохраняя курс и скорость.